vabbè, aspetta un attimo. Questa cronaca mi andiamo a porgerli. Questa volta da un'opera solo. Se la sappiamo già, già bu. Я так додумал, что все будет не так, как сейчас. А теперь и сам не знаю, что теперь. Вы что ж, вы так чего доброго влюбитесь в мою землю? Ой, я на безумие влюблен. Я жизнь готов отдать. Если бы мог надеяться на надеяться предложить ей свое сердце, то я она бы мне каждый день пела романс, а я бы только глядел за нее, все глядел. Вы предлагаете ей свою руку и сердце? Вы хотите отнять у меня мое единственное сокровище, но я не отдам ее, князь. Она 9 раз отказывала женихам, чтобы только не расставаться со мной, своей матерью. Я обожаю ее! О, мое сердце предчувствует разлуку. Итак, что ж, ты покидаешь свою мать? Я только теперь начинаю жить. Зина, ты слышишь, какой восторг? Ты слышишь, это рыцарь средних веков. Это самый благородный человек из всех, кого я. Я отдаю вам. Я отдаю вам мое сокровище. Берегите его. Зачем вы посетили нас? Ну, маменька! Я сейчас хочу послать в Духан, Духаново. У меня там бриллианты. Я хочу их положить к ее ногам. Я хочу, чтобы сейчас же, всю минуту, была свадьба.